Всем огромный привет! Сегодня хочу приготовить очень простой и быстрый в приготовлении пирог. В миску разбиваю яйца, добавляю сахар и хорошо это все взбиваю миксером. Взбиваем где-то 3-4 минутки, этого будет достаточно. Добавляю сюда кефир комнатной температуры, вот, желательно не с холодильника. Перемешиваю немножко это все и добавляю просеянную муку. Муки я добавляю сначала половину, потом еще одну половинку. Также сюда добавила разрыхлитель, соль и хорошо это все перемешиваю. Можно, конечно же, это все смешать миксером, так не будут оставаться комочки, но я смешиваю с венчиком. Смешиваю венчиком. Добавила остаток муки и все хорошо перемешала. Форму застилаю пергаментной бумагой. Бока и дно формы смазываю растительным или можете смазать сливочным маслом. Духовка у меня уже включена на 190 градусов. Пирог будет выпекаться где-то 25-30-35 минут. Смотрите по своей духовке. Теперь в тесто добавляю мандаринки. Желательно мандарин, конечно, добавить больше. У меня просто нет большого количества. Вот так будет вкуснее. Отправляю пирог в духовку. Здесь у меня сахарная пудра. Добавляю 2 чайные ложки сока мандарин. Все хорошо смешиваем. Вот консистенция должна быть густая. Пирог смазываю сливочным маслом. Можете масло растопить и хорошо смазать его. Оставляю его, чтобы он немножко остыл. И потом поливаю сахарной пудрой. Ну как сахарной пудрой? Вот этой смесью сахарной пудры и сока мандарин. Смотрите, какой пирог получился. И если в нем много мандаринок, то он получается вообще безумно вкусный. Нежный, с ароматом мандарин. Ваниль я сюда не добавляю. Смотрите, какой он классный. Но мандаринок добавляйте больше. Он очень вкусный, готовится быстро. На этом у меня все. Подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии. Всем пока, до скорой встречи!